Брянской области привыкли фольклористы, этнографы, что там все звукают, все делают. А я нашла село, которое необычный, исполняет материал, даже похоже на казачий, хотя, да, Брянск, запад России, да, и казаки где гэкают и так далее. А ну там тоже какое-то. Но! В чем? Наверное, взяли что-то и это. Вот, кстати, мы брянскую песню соединили с аргентинским прекрасным материалом Астра Пьяццолла «Либертанго». Вы все знаете. Тара-ра-тара-тарам-тарам-тарам-тарам. Кто слышал, поднимите руки. Я не слышу. Вот посмотрите, как эти две композиции, брянская песня и аргентинская танго, сочетаются. Если вам понравится, то присоединяйтесь к нашим клопкам, которые мы будем, ими будем изображать кастанет. Добавим еще немножко такого. Ну что, гармонист, начинаем. Цветочки рвала, кидала.